мобов не надо. Ну, можете там легко напулить. Я и так наберу агро. Напулю в Юлю. Босса, да, пусть пулят на переходках. Так, кто там на боссе, Юля? Юля. Стой, Слава, да, и три сапрота. Здесь сапроты надо пить? Да, можете выпить. Танки пьют. Дамагерам не надо. Хилы, в принципе, если очкуете, можете выпить. Витя, можешь попрыгать в Сумханте? Может, все нашел. Геру на переходке. Гера будет, да, на первом трэше, когда переведут в зеленую сторону. О, ядовитую фазу. Че там, готовность? Сейчас, секунду. Блять, по факту тут сейчас главное не сорвите, блять, никуда не торопитесь. 20% иди срезали там, с трэша, с босса, так что, блять, просто бейте, он умрет за 6 минут. Ну да. Главное аккуратно, без смертей, чтобы было. Ничего не сорвите, успокаивайтесь там на переходке. Просто уберите руки. Спасибо. Все, все готовы, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. На перефазе стопаете урон и переходите в ядовитую сторону, в трусы. И Ренджу не забывайте на ледяной фазе. Готовимся, 5 секунд до переходки. Я сокрус дам. Давай. Юля, переводи, давай. Ебать, что, на тебя напулили, что ли? Не-не-не, то я моста он там второго забрал. А-а-а. Забери двоих. Ровисто вылетел. Рома, когда ты перестанешь вылетать в Зессе? Ну, на Каратресе же не вылетаю. Вадикон, Иннер по Войду, Катрисе, Иннер по Бидону. Готовимся, переходка, сдам массакро. Походу на меня на пол идет. Ну да, не на пулю. Ну что, я прожался. Сука, заебет этот пан ебаный. Ну, в центре не стойте под боссом. Встаньте две стороны хотя бы. Заберите моба. Забираю, забираю. Встань, стою, блядь. Пока... Так, у кого там Лёха, твоя маска краша. 5 секунд. Варихельс у нас с вами.
Ставь тотем, транквила на ману. Так ты в бою, Рома? Я не выкинула? Да, я хилю с вас сейчас. Ебанут. Я и затеряюсь, конечно, по мане, но хилю. Как раз не, когда бегу зашел, меня так, сюда закинуло. 5 секунд до переходки. Кто там? Я сдам. Лесы его в дикон. Оттуда будете переводить последний раз. И мобов в сторону, и босса добиваем. Массакру. У меня в этот оглушило. Он все отпустило. Так мы не будем переводить, прямо здесь убьем его. Да, все, добивайте. Мобов в сторону, мы говорю. Здесь убиваем? Мобов в сторону, добьем, отведите. Бейте босса. Мобы сейчас не нужны, их не надо на них ничего крутить. Босса просто осталось добить. Они под боссом сейчас не нужны абсолютно. Пусть ДПС покрутят. Ну, чтоб только без не сорвали там ничего. Он Кирсори сдох как? Мобов покрутил, блядь. Не, меня не прохилили. Ну-ка, мордаун, блин, они мне там абсорб надо. Блядь, да чё она, сука, не падает? О, корень. Ренька. На кого ты говоришь корень? На хэпала идет? Нет. Нет. Дэцэдру, всё. Дэцэдру. Какой дру? Это прямое исцеление, нахуй, это на шаман. Это шаманы, сказали в прошлый раз. Блядь, я же видел Эрдру. Ой, бедона есть такая вроде. Но Эрдру, видимо, в Т5 только. Да, ну, мне кажется, он на шамана не очень, это фрика, блядь. А на хэприст. Почему нет? Ты не на шамана. Ну-ка, ну, еще раз. Бедон говорит хуйта. Ну, я жрю хуйта ебаный. Восполняет здоровье союзник с помощью заклинания эффектов прямого исцеления, не периодического. Это... Идем на этого. Это Трини подходит. ДЦ-шник? На волосток. На ДЦ-шника, да. Или это Триня на ДЦ, Ирсанов и Эрдру в Т5. Холи паладину хорошо, но там, блядь. Не его Триня вообще. Транквили там, или чисто, Присона? Чисто то, что дает регин маны. Транквили, да. Он очень маленький. Призван сейчас зачастую в ДД уже больше. Там очень маленький регин маны спасает. Нет, я говорю, что реген мана у него просто, видишь, дает. Если бы была другая сета, холи пала бы тоже. А, ну, да. Что ты мне линканул, Мордаунд? Айзахил? Или Абсорб? Абсорб я хочу посмотреть. Хули надо, как Катрисия? На волноступе в мишку спекнешься в танк. Ложись там. Пожалуйста. Надо так. 470, да, вот это мой Валанир получается? Да, твой абсорб именно, вот получается, у тебя идет защита древних королей. Не, смотри, защита древних королей 374 007. Ты не чувствуешь, да? 90 тысяч сборных длани, а благословение древних королей еще какое-то одно, не знаю. Рома, ты опять? Прикинь, я главное забыл, вылетел. То есть такая хуйня. Так по итогу, что а, Вика да. Сифилис черенкует? Вот это 850 даже, что я это все вместе? Это все вместе. А раскладка есть там? Ну, типа, сколько чего, типа, если тыкнуть или нет? Сейчас посмотрю. Это ты с Details линкуешь или откуда? Это у я него... со SCADA линкую. У него SCADA. О, SCADA, ну, я хуй знаю, честно. Просто мне почему-то показывается, что... SCADA Т4 хп видит очень криво, прям пиздец, насколько криво. Смотрите, короче, я говорю, что у меня... конкретно нету воид, только просто, в общем, поглощение ну, там. Что от чего, ой. Я не понял, но пишет, что ты 850 тысяч на абсорбил в сумме. Юля, побить хочешь?
Я говорю, у меня такая приколюха, что я вижу два этих абсорба с горных королей. Одно 5,3, ну, и одно 8,7. Хорошо, ребят, пикнусь. Ну, уже когда трэш зачистим. Блэдзи, змеи идут. О, сзади трэш. Я же сказал. Костя, ну это новый рекорд. Вылетит за бой целых два раза. Так, я был один из. Бать, ты везунчик. Так, блин, я еще первый раз меня выкинуло полностью, я закрываю игру, захожу снова, смотрю, меня прям боясь. Че там по урону? Слышь, Ром, закон смешной. Mm-hmm. По исцелению я четвертый по обзору. Да, утера. Нет, блин, обидно, я бы хотел с вами чуть-чуть тоже по хп весить. Вообще подставу. А говорит, что просто... Вань. Просто тут 3 ляма на обзор. Вчера на БГ бегал? Нет. Да, а ты вообще на БГ бегал с этим, слухай? Да, бегал. Чё, как? Ну, пизда. Один по киллам обычно. По урону. А что, приятно чумой спамить вот так вот потом по типсам? Ну да. У тебя получается, это с каждой чумки, да, прокает? Угу. Ну, с каждого прямого урона там. Ну, это жестко, потому что очень... Я на X2 видел ШПшника одного, там просто ебал ломал. Ну там латники отваливаются. Вообще жестко отваливаются. После каждой спам чумы, это просто там вылетает стрела. И все, до связи делает. Это тебе не шейма называется, это тебе этого ха. Можешь сказать, что хаска на БДшках вообще человек бегать. Как я говорю, о чем, блин? Просто месиво подвоевешь. Яночка, если что, он за меня. На сове тоже прикольно. Просто влетаешь в столб, удаешь Starfall, все, у тебя фулл кастака на выход. Посидит на замене. Вдруг кто-то отвалится. Или че? Он просто ну, может, на картре с МСП к ним. Кого-нибудь берем на картре с Мазека курьера. Да. Да его уже можно убрать. Какие вы злые. Очень согласен. Никто не злой. Да, просто по фактам говорят и все. Так, нормально он создает, я вам скажу. Ну тут смотри, тут кольцо, анролл нахуй. Сплетение, анролл, блять. Что там, блять, эти тапки, анролл нахуй. Ну, тебе ничего не светит тут нахуй. Грудак, анролл. Хоть тактики посмотрю, решил в прошлый, в следующий раз. Ляночка была, пусть побудет на волну. Блять, я упал. Есть сумон нахуй? Судя по ДПС, плыви. Плыви. Хули, нихуя себе плыви тут, ебать, пиздец. Есть голдыти за левитацию, слышишь? А куда идти-то, нахуй? Подожди, может, вот тут можно? Смотри, Слав, смотри, смотри, показываю тебе. Я уже прошел, нахуй, смотри. О, я понял. Костян, сейчас будет второй босс на мидле. Мидарк этого же самого. Нас не догонят. Нас не догонят. Ебать, если бы еще быстрее собрали, за час бы на четырех боссов закрыли. На туре. В смысле, давай деньги, 200 голды левитация стоит, то что? Если ты такой умный, то где твои деньги? Рагна, рок-н-ролл. Нихуя там. Ты сейчас будешь делем у нас. Нет. Ну, на каратрессе возможно, но не по... Будет, будет, он писал, что у него есть дерево. Заметку, смотри, я Даня Котик, а еще у меня не пропадает. Эд Бру, 265. Где? Кто тебе такое сказал? Ты заметки написал. Даня Котик. Ты балбес написал заметки, блин. Эд Бру, 265. Балбес. Два ДП. Балбес, бывалый. И там, блядь, в карты играешь, что ли? Это классик. Чего взрыв такой, генералы падают нахуй.
Нихуя себе. Генерал сам виноват. Генерал дырявый. Генерал за колонной выйдет, блядь, хил нахуй. О, воронка что-то слеза. Я воронка, что проснул. Чувак. Блять, как на готек ГД уменьшить нахуй? Никак. Вот такой спам размахом был, это пиздец. Ногтем бей, ебать. Прикинь, два клика в одно ГКД успеть, если прям в микро-микро нажатие на. Сейчас ведьма еще подойдет. Сзади ведьма. Ведьма. Кстати, у меня в лофте выполнил ачивку. Ни одну ведьму не согреть. Это весело. Это не ведьма, это так. Жалкая пародия. Да, в какой лофте? В первых, второй, там ачивка есть. Дошел, пройдите. Как дал ей сковородкой. Нет, там есть задание, пройдите по сахарному заводу, не согрев ни одной ведьмы. Это неинтересно. Я неделю делал. Что это такое вообще? Сахарный завод? Там есть... Что за у него? Компания называется «Ужасный ливень», там сахарный заводик есть. Где это, блядь, есть? В Left 4 Dead. Шоколадная фабрика? Да, только там разрабатывают не шоколад, а твое очко только. К сожалению. Хорошо. Не, ну как-то прикол смешной, пошел это... Вы откуда там берете их? Они с туннеля идут. Они с прохода приводят их. С черного завода. Сахарного завода. Сахарного, о, точно, сахарного завода. Сейчас побуду Рианти тоже, чем приведу вам еще. А, я вижу, кто там водит их, ну. Мордаунт, ну. Это не я. Это с Нибелунга на лидере. Да, я тогда спереди приведу, что ли. Вы заебете, нахуй. Я съебываю. И почесал. Что-то спать охота. Да, давай, Ро, короче, спать пойдем. Да ёпта, блядь. Трэш до робота, пойдем почистим ее рода. Ну да, так. Сейчас на РТ предусмотрен, не? Кого кого? Сейчас выделен на РТ. Сейчас. Если только за ГП. Почем час берете? Сухопутная мразь. Так, вот рыба. Хули ты нас рыбой кормишь? Давай мясо уже надо. Угу. Нормально. Давай мясо, давай мясо. Лёха и Юля в ДД. Чё, Солянова? Один будешь? Нет, Катрисия. Катрисия. Кто бичей, Тань? Бичей, Катрисия. Бичей, квадрат. Сладко. Танчит. Ласку, давай на ХП. Нету нах. Есть мне похуй. Нету. Ты уже на меня смотришь. Нету нах. Смотри, какой маленький. Опа, сюда нахуй. Еще масло. Где-то масло нахуй. Я знаю, в ГБ есть. У тебя есть там нахуй, блядь. Ты чё, блядь, пьёшь его нахуй?
мажу. Подожди, блядь. Масло дай, то дай, блядь. Поебалу дай, блядь. Положено, блядь. Вклады в гильду делаю, делаю, все нахуй. А ничего не выдается, кроме... Вот если не попросить, нахуй. Пиздюлины выдают. Похуй. ГП еще выдают, да? А какие вклады? Да, кстати. Два косаря, что ли? Это да, называют да. Тебе на ЕП. Че, проверка нахуй. Это, становитесь да. Там как-то получше, блядь, чтобы вас не разъебывали мобы там, я хуй знаю, подальше. С какой стороны танчить будем. С какой, где? Ну, там на боте, на босик там. Я хочу трогать не буду. 5 паладинов, ёбаный в рот. Я... Никуда не понял. Поли дринг на боссе, Патрисе на трэш. Вы тут в прошлый раз убивали? Да. Ну, это самое. Сюда идите, блядь, где звезда хули вы там стали. Ну и дохуя сам охуел сейчас, блядь. Я перебежал, блядь. Чек на готов. Танатос Мархиль. Даю отчет. 5, 4, 3. Жили мы ровно, нахуй. Это, с подъебала уйдите там, с подъебала уйдите, сейчас волна будет, нахуй. Уйдите быстро, блядь. Алло, нахуй. Что там, блядь, медом намазано, блядь? Нет, не медом, суперклей. Вадикон резко. Но он не встает. Лежит, он куда упал. У вас 4 хила. Это все мне? Ебать, я прожал все, припот, нахуй, трини, блять, все нажал и ноль критов, блять. Иннер, Катрисия, залей в Вархилля. Под следующих мобов Войд Мастокру. Под вот этот удар или под мобов? Под мобов, под мобов. Хуй знает, дал, короче. Трэш просто испаряется. Это хорошо. Ну, вы хамазика хотели кинуть. Третье место в ДПС. Это хорошо. Саша, еби. Давай. Меня. Ужас, фу, ужас, фу. Я понял. Ужас, фу. Какое беспардонное наглое животное. Я его в пузырь не брала. А я проиграл в казино. Стоят все под жопой у босса. Ты, Катрисия, уже с удар что ли словила? Что-то не могу вкурить. Ну я подъебал, захожу. Я прожимаюсь. Вадикон, Иннер по бидону и ресой этого Войда. Далеко прям. Там, где мы раньше танчили. А я слил БР. Я понял. А у нас бэров нету, понял. Ну все, 4 хила. 4 хила. Я понял, нахуй. Спасибо, блядь. А где шок-то у тебя был? Как я шок тебе дам, нахуй? Пока пузыре. Летишь, ты себе шок даешь. Я в пузыре сдох. Пузыри под личными сейвами хлопать будете на 25% фаза, появятся пузыри. Паладины под полтинниками там. Да, бля, он заебал меня уже. Под зеленкой. Почему так далеко он топ-хит, блядь?
Ну, где вот эти вода, водопады есть, туда он ТП случайно. Только, блядь, крылья прожму, тут же нахуй ТПшит. Как я тебя понимаю? Там чувствует жопа, Лёха. Сейчас разъёбывать начну. А ты прожимай бабл, да ТП хоть не будет. Шары летят. Встречайте шары. Иди спельте. Я тогда в сове это в мишку превратился, 3 шара, блин, не 4 подряд стоял. 4 кряду. С зубами почитаем, потом это исповеди, блин. Прохил, прохил. Шары полетели. Приближаются. Он через колонну сейчас еще один вылетит. Новые шары полетели. Какое же это ебаное... Два кольца просто. О, сплетение. Какое же это ебаное казино. Я нажал, блядь, бурсты все, нахуй. У меня было 7000 СПД, нахуй, под прожимами. И у тебя есть такое ритон, кольцо, нет? Блядь. Слышишь, Мордан, у меня... говорил, вот кольцо на танк. Танковское? Вот, ну, смотри. У меня, Лёхи, есть, у меня есть. Есть такое. У тебя есть, а у тебя? И у меня есть. Ну все, нахуй, ясно теперь, кто получает кольцо, нахуй. Такой мощек. А ты что-то мне говорил, да, сейчас? А, гомосеку чё. Ёбаный в рот, нахуй. Ты будешь брать его, блядь? Конечно, буду. Конечно, буду. Все буду, у меня вообще хуй нет, эпич. Ты у меня за это затанчишь, нахуй, весь контент, нахуй. Да погнали, бери только, я с удовольствием. Причем мы сейчас деталово окон, ой, ЗС деталово бьем. Давайте ЗС деталово завтра понедельник расставим. Сейчас карася идем бить. Ну, все, тракнем по голове. Вадикон, что там? Вылетел? Релогался, захожу. Угу. Приму триню в дар без ГП, нахуй. Бить, что ли, блядь? Да мне Кугателлара нужен, а не это, но я просто не знаю. Пошли хуи треса этого бить, нахуй. А Мазек, у тебя 4Т4 есть на танка? Да, конечно. Будешь... Ага. Он может подамажить, я могу потанчить, если что. Да, его лучше поставить на бабу. Меньше урона по рейду. Но только, я думаю, он выведет бабус. Ну я предложил, короче, там сам решать. Я понял. Ну объясните, сделал. Там не хай сложно, просто стоишь. Можно на замену кинуть? Кого? Медарка. Блять, да? Пиздец. Ну... А там Ляночка сидит. Ляночка, заходи. Ну во сколько киллов пойдем? Побольше. Пойдем 5. 6 киллов, 3 танка. А кто шестой будет? Кого? Шестой. Катрися. Катрися, да, в дерево. Вы заебали, да. Катрищу зергать нахуй. Блять, никто не тебя не тянул за что ты дерево 260-е. Я хочу подбить нахуй. Ну, блять, был бы другой друид. Был бы человек нахуй, не спекли бы меня сюда нахуй. Не было бы у тебя хила спека бы, мы тебя не спекли бы. Запомни это. Удаляю все спеки нахуй, вставляю кота. Танчить все равно будешь. Буква К. Катрисия нахуй. Козел. Все, вырезайте, монтируйте это.
Это... Донат, сопоставь, пожалуйста, портал. Смотрим, обрыганный, нет? Если чё, бля, я у палатки. Сука, не нарушай тиранишь, нахуй. Чё там, бля? Нет, просто глядёт. Простой? Он... Да он, скорее всего, матрёшка обычная. Ну, это с этими паразитами. Заебись. Заебали эти болезненные, блядь, циркари, нахуй. Сегодня ни одного не было, блядь. Ну, катка эти, там ещё 4 штуки запили нас. Самое хуево, когда два агри же, блядь, они все... Донат, поставь, поставь порт, пожалуйста. Он в канале выше сидит. Не слышу тебя. ПМ напиши ему. Че, это какой тоже нормальный, да? Заебись. Да, вроде. Только они где... чьи обрыганных убрали с инста вообще. Да, я было бы заебись, да. Ну так было бы неинтересно. А так казино хотя бы какое-то. Я ебал в рот ихнее казино. Вот матрешка, блядь. Ихнее казино. Прикинь, вы еще... Насчет казино, тут плюс, нахуй, ебаный. Это казик нормальный такой. Не, ну сейчас если ни одного не попадется, значит, точно надо попасть. Вот с этих двух будет лужа, нахуй. Так что съебитесь, блядь, за... Каждого по луже будет. Пусть бегут неуклюже пешеху. По лужам, а вода по асфальту рекой. Ну там еще другому. Чё, блядь? Да ничего. Чё, блядь? Чао. Чё-то Мардан пиздал, говорит. Там что-то по-другому, что там по-другому? Там по-другому есть. Только я могу вспомнить, это прям старое-старое ещё. Боссовую какую-то пародию какую-то боссовую или чё? Почему? Отличная пародия, это что? Сейчас только вспомню, надо бы. Пиздец, кринж. Лучше забудем, блядь. Кидать Ляночку. На деньги. Через чё её кидать? Через бедро. На поворотник. На клык. Зайдёт, послушает. Осуждаю. Он тоже может. Или на чё кидать? На лут, что ли? На киви кошелёк. Кстати, я могу карту... могу карту дать им, скиньтесь мне заодно. На лекарств? Ну да, и на них тоже. Блять, ладно, ну для всех на лекарств, а так я эту хоть в шестую вирку полутаю. Ты как всегда, блять, умеешь. Большого, давайте смотри. Дырку полутаю? Да, шестую дырку, я понял. Ты типа учет ведешь? Ну да, то что я думал. Ты чё, дырок? А ты думал, я слабый? Не-не-не, у меня всё по это, посчитано. Походу они убрали этих обрыгов. Ну, походу, ну... Да и заебись хули они, ебаные ну, вообще. Не мне кажется, какой-то из админов на твинке сыграл в ЗС, сходил с пугами, посмотрел на эту хуйню. Охуел. Обрыгался там. И удалил, да. Мобов этих просто почистил, блядь. Опа, блядь, опа! Ага, просто казино! Казино! Я же говорю, друг там друга. Есть. Рейндж, рейндж, рейндж. Казино! Рейндж набрали. Все, отойдите, рейндж, блядь. Я в одиной, я в один... Тихо. Допизделись. Убрали, блядь. Они убрали, говорит, убрали. А нехуй про админов было говорить. Как бы, знаете, смешно, смешно, но этот попался мне, по факту. Потому что он такой же жидкий, как и ты. Не, просто я знаю, что я никогда не играю в казино, поэтому попался мне. Я хоть и водичка, но ты будешь сейчас деревом. Не, ты жижа. Что, размокну? Тихо, ну встаньте на рейндж, блять. Рейндж, два подряд. Гомосекторинг его. Не спалите себе эту хуйню. Я просто полью. Гошан, знаешь, кто ты, Гошан? Полью. Да, уйди меня. Вон за мной Пэт бегает. Блях, я тебя не вижу. Ну, потом. Жижа ты ебаная, короче. А, ничего, я понял, собака серая. Увидел? Освобождаю тебя. Так, я тебя тоже вчера закидываю. Где там у меня вчера список мой? Диспельте, сука. Жаль, что переименовать нельзя. Жаль, жаль, что мы не живем ровно, нахуй. Пиши это самое на этом, на... Как он называется-то? Он на еще форуме. И лужу кинул, да?
Да. Ебать, а какого хуя у меня через стенку маг тэпнулся, блядь? А это тебе за жидкого. После этой пачки ресните, пожалуйста. Карма быдло. Два волонира лежат, нахуй, стоп рейд, ебать. Да похуй. Да я, блин, на вас, блядь, двоих перехиливаю, блин, на своих волонирах. Блядь, нет, сын. ДЦшник презренный, блядь. Ты не можешь носить волонир. О, могу. Там написано жрец, так что я похилить могу это, в Т5. Ну, факт. Лучше в холике волонир. О, великая победа, Альянса. Так, а мы этот... Брестовский токен мы Транквилле отдаем или что с роботом? Второй, да, второй, да. Я ему уступаю. Второй токен Транквилле уходит. Бля, еба, мобики. Дай лоти. ДКшный токен уходит с Юли. Моги. Как эту хуйню отменить? На танка? Да. Так, еще раз. Я тебе приведу еще дом. Давай, ну удачу. Это получается, я мертв лежал им. Это командовал. Сифа. Вот, повезло, смотрите. Ролутера, дай. Рэндж 10 включился. Танка нет. Рэндж 8. Рэндж 8. Кусака, давай. Ебаш. А, я понял, это, короче, либо лужа, либо этот. Все, я поехал. Либо же. О, Витя, Витя, сделай ему ник Сасака. Ой, ник занять, что ли, или что? Я тебе уступаю. Уже не сам по сосед. А зря, я тебе предлагал. Не надо говорить. Мордаун такой, ну зря, я два раза не предлагаю. Ну типа да. Ну чё? Да, блядь. О, где частица, нахуй? Частица, блядь. В очке, нахуй. Ты спрятался за колонну, нахуй. Бля, ну классно. Я, блядь, прям в мобах стоял. Ух. Вы, блядь, без танков можете не пулить, а? Ёбаный насос. Так же неинтересно. А дохло, пока ты, блядь, прикол. Ты здесь, Катрис, я здесь, всё нормально. Где ты был 8 лет? Я мобов облутываю, ничего? Надо нового облутывать. Единственный танк, который облутывает. Мобов. Значит, надо вам в танков спекаться, чтобы он облутывал. Облутывает, звучит как Альдешево. Я могу принять на себе роль оф облутера. Не знаю, но ебануто надо там элементали бури, нахуй, это просто пиздец, ему вообще на что. А там какая... облутаешься, блядь? Какая тактика на Кратреса? Сейчас все. Ноги с Карапучева. Кого? Босс манекен. 5 манекенов. Почти. Не знаю, про что ты пишешь. Сезу что пишет ноги с Карапучева, я что-то не понял. Что он имеет в виду? Слава, закинь Яночку в третью пати. Скоропучело, скоропучело, блядь. А-а-а. Ты шо, блядь, чат научился читать, ебать? Я думал, ты скипнешь, как обычно. Я пока бафы развешивал. Воронка. Вороночка. Первая. Хуя себе, блядь. Слава, это я на неё наткнулся. О, нормально. Ну, я про токен, блядь. Прошу. Типа, по приору только ты выше. А где еще воронка была? Или только одна была? Одна была. Ответ убил. По-моему, где-то еще была воронка. Если ты за ноги, то ноги паладиновские уйдут, наверное, Лехе. Сначала. Какие ноги? На протопала. Ну, скорости. Этот, как он, Варахелю? Может, лучше Варахелю, да, пештаны еще. Ну, ноги не нужны, не пихайте. Я тебе плечи? Мне только плечи. Я заебусь с ногами капы собирать. Там сейчас даже, так сказать, с правильным нам сетом муторно собрать капы. Нафиг надо. Для начала надо убить, нахуй. Ну да. Вот, так, значит... Там пачка мобов еще. Слава, засунь Яночку, пожалуйста, в третью группу. Блядь, у меня этот вуду багнулся. А чё, блядь, у тебя на тосе ассист есть, хуй ты его не попросишь? Он с ней здесь. Он сидит где-то там, чилит. Всё. Все нах. Так и что, мы сначала бьем ханта, потом бабу и потом шамана, да? Ага. Женщин бить нельзя. Можно. Да похуй. Я понял. Все. Кто танчить будет? Кто танчить будет? Хридринг, ты и Юля и Гомосек?
Ну, я гамасек, а вот кого третьего поставить? Ну, блядь. КПМ, ну, нам конечно... на бабу нужен тот, кто сбивает каста ей, правильно же? На бабе рога там может позбивать. 37 лямов у него. Нахуй нам вытаскивать кого-то лишнего, если можно да? поставить. Так ты смотри, у самого каратреса 49 лямов. Ну, типа 50 лямов, там 49. Мы это вообще каратреса просто треснем. Не треснет каратреса никто, блядь. Он берсу, у кого да. там сосунов ну, блядь, зовут? Гомосек, иди сюда, нахуй. Надо сейвы расписать. Ну, рыбу. Буря, выруби этот микрофон. А, бегу. Этот самый. Так, кто там нахуй? Кто шестой хил? Да тихо, не шепчи нахуй. Так. Вы охуели, блядь? Пусть дамажит. Ну или призан, или катриси. Ну или призан, или катриси, а кого еще? А Мордру только нужен, он строй шаман. Да, Катриси, типа, ну, там Т5 котик, нахуй. Месяц, нахуй, ебался с этими квестами, чтобы сделать дворфа, нахуй, подамажить, вы, нахуй, куда, куда. Ты посидишь, нахуй. Тихо. Этот, ну, призан тогда, ты будешь спекаться? Да, может, опять хилов захилим? Лучше Катриси. Понулся, блядь. Давай этот самый. Кто ДЦшник с вас? Давай, Юля, да. Бардаун, ДЦшник. Да я и так ДЦ, что все это, блин, это шипчешь, блин. У меня шипы нет нормально. Жидкий. Да я... тихо, нахуй. Этот... Ну я сейчас в холике. Ставь, где ты... Кого ты танчишь? Ты двоих танчишь? Или кого? Я двоих. Кого ты, босса и каратреса, да? Или что, или как? Я ханта и шамана. Босса где-то. И каратреса, хорошо. Да. Двоих. А шамана каратреса, да. Тихо. А шамана мы разве не хотели отдельно? Чего вы делаете? Что за тейкнул? Что за что? Мы бьем ханта, бабу, а потом шамана. Желтой метки хамазек держит бабу. Угу. Пиздец. Это вот эту крайнюю селедку, да, получается? Да. В синей метке Юля держит каратрес. Красная метка, я держу... Да, Лёх. Красной метки я держу двоих. После того, как убьете их ханта, я отведу... Вот сюда. Трусы чисто шамана. Так. Хил... Кто там? Ну, давай, Войт, наверное. Я буду хилить этого гомосека, нахуй. Сейчас я встану на 50. И смотрите. За колонны где-то. Тебя будут держать в Рахель. И когда вы, короче, побежите, я хуй знает, когда вы, допустим, ебанете. Вот, допустим, вы убили этого, как он называется? Ханта. Ханта. И рейд просто, ты остаешься на месте, и рейд уходит. Я отвожу в трусы шамана, чтобы ренджа еще больше было. Кто тебя хилить будет? В Рахель останется? Да, Вархель остается у нас хилить. Я не знаю, Вархель, а ты двоих куда? Захилишь? Ты куда будешь отводить, чтобы я понял, как бы мне встать поинтереснее? Вон, в трусы я буду ты отводить. Ты в трусах будешь, да? Да. Окей. Ну, думаю, дотянусь хули. Как он тебя захилит? Маздеф какой-то. Ты меня и Юлю захилишь? Он не захилит, блядь, там 50 метров, там больше 50 метров. Вот он будет стоять... В этом, посередине, он будет кастрать в треугольник, нахуй, частица на квадрате, и частица не будет срабатывать. Надо, чтобы... Не, да. Надо, чтобы другой челик держал какого-то... этот... Вот кто будет... В квадрате кто? Босс стоит? В квадрате босс. Кто его держит? Юля. Вот, надо, чтобы Юлю хилил... Давай призыва назначим, пускай он за ней смотрит. А остальные уже за рейдом смотрят. Чтоб призан остался с ней и ее и не уронил. Призан в квадрате Юля будет стоять, ты ее хилишь. А кто у нас шестой хил Катриси? Призан, блять. Мордаунд в первой пати ДЦшник. А, нам понял. Надо дефы назначить на бабу.
На бабу, когда побежите, один деф есть у меня, один у гомосека, блядь. Я думаю, надо будет дать на рейд сначала, когда будете подбегать, надо будет сначала незыбку дать. Вот после незыбки, ну, сразу, наверное, я дам. Когда побегут, я сдам мастейв, а потом уже будете распределяться. Так, Лёха... А, ты и так взял. Лёха, ЭМА сдашь, потом освободишь ауру. А, ну, в принципе, там нет ретрика. Ну, давай этот, Войт, соберешь ледяную ауру после того, как Лёха сдаст. Тоже еще ЭМА можно сдать. Бьем ханта. Вот, убиваем его, я сдаю массейв, бегите на бабу. На бабе рассредотачиваетесь, ренжу набираете, смотрите, вихарьки будут. Вихарьки будут с начала фазы, это вот как в Зуламане вихарек. Только он здесь не дамажит, он просто вас подкидывает вверх, и вы 5 секунд ничего не можете делать. Для ДД это не так страшно, просто потери ДПС, а для хила он может проебать танка там или кого-нибудь из рейда. Мы Геру дадим на бабу? Давай, может, это Лингрена нахуй спекнем вместо гомосека, нахуй, пускай он бегает. У Лехи нету 4Т4. Давайте пробовать. Костя, то есть все по факту почти холбой хилю только тебя, да? Да. Четвертого лишних хилу, заебись. Ну, посмотрю, получается, за Юлей тоже. Ну да, конечно. Вот, можно у тебя взять саппорт, пожалуйста? Да, хилы, саппорты повыпивайте все. Танатос, саппорт. Все тряпки, у которых 25к хп и меньше, саппорты пьют обязательно. Да, Витя, да тебе, я не знаю, в принципе, тебе не должно. А если 27 тысяч? У кого? У Мартаунта. У меня еще саппорты есть. Воин на хп. Тебе по-любому саппорт. Ну, кому надо, у Холи Дринка саппорт возьмите. Да. Этот, пошли. Да, в армии хп, короче. Встань звезду, этот самый. Сейчас. Когда будешь вести туда моба, сам в звезде должен находиться. Так, стой. Так. И давайте, наверное, шамана без Геры убьем, а... Тогда подбегите, на бабу сдадите. Ну, на бабу Геру даем. На бабе смотрите ренжу обязательно, РДДшники. Милики тоже постарайтесь не толпиться, там вас будет, конечно, примораживать один хуй. Вот. Вихарьки, вихрь идет на вас, просто в сторонку чуть отбежали, вы чуть стопните. Встань ДПС, обратно. Ну, но зато вас не подкинет, не потеряете там прохил. По факту мы бьем ханта, потом бабу, потом шамана. Да. Ну все. Да. Вот, саппорты рейндж 40, ты его увидишь, и все. Слэш рейндж 40 напиши, да и все. Мардаун, саппорт. Классно, бакашная. Яска. Так, рыбу все хавайте. Этот самый, пиявку, если увидите. Лингрен, Заломаныч. Пиявку только в хилов будем сдавать иннер. И то пиявка проходит, после этого иннер кидает. Вот, у кого-то еще есть какой-то, давайте. У меня, да. У меня, у Войда есть отображение пиявки. Сейчас брулей немного, поэтому... Слушай, может, такая фишка, может быть, тотем плюс Катрис, поставим... Где Зуламаныч, блядь, лазит? Он написал, типа, отойду 5 минут.
Костя, может быть, я съел быстро рыбу, пожрал. Костя. Кончилось. Да. Может, темп поставим после уже убийства шамана, чтобы фул ману резнуть всем? Ну, шамановским я думаю. После ханта. Посмотрим. Сапроты кому надо? Заломаноч, давай сапрот нахуй, ну тебя нахуй. Чё он нахуй? Тебя сбреет, блядь. Ну давай сапрот. Сапрот. Можно рыбу? Поставь. Всё. Идиоса, можно, если не сложно? Ой, сапрот, призен, сапрот, транквила, сапрот, бидон, сапрот,